Шалом, братья и сестры, всем шалом, кто знаком с нашим каналом. Дух Святой движется и погружает нас в глубины Отца, в Сыне, Господи нашем Иисусе Христе. Сейчас мы с моей женой Олечкой находимся на горах, нас сюда привел Святой Дух. И вот впереди меня... Мы уже были здесь когда-то. Бог тоже показывал определенные моменты. Я вижу очень много ангелов. Они все танцуют. Сейчас возле меня, прямо вот по правую руку, я вижу, стоит муж Божий, которого отец забрал, Тибет Джошуа. По другую, по левую руку, стоит наша с Олечкой благословенная сестра, но сегодня она не в жемчужном, она полностью облечена в золотое платье, как и тебе Джошуа, он полностью в золотом одеянии. Эщемихама Харайреха. И они оба сейчас в один голос мне говорят, сейчас мы будем перемещаться. Эщеха. И я вижу уже, что мы реально летим просто по небу. Эщемихама Харайреха. Сестра в золотом платье крепко держит за руку мою жену Олечку. Она тоже с нами летит. Удивительные вещи, хотя она сейчас снимает это видео. Тибет Джошуа держит меня за руку. И я вижу, как мы стремительно, прямо слышу, так влетаем прямо в кабинет. И я вижу в кабинете сидящего за столом и плачущего президента Украины, нашего президента Владимира Александровича Зеленского. И я вижу, как он сидит за большим столом в своем кабинете, и он реально плачет. Тибет Джошуа подходит к нему вместе с сестрой в золотом платье. И они начинают на него оба. Я вижу, как у них прямо с уст, со рта выходит огонь, дуют на него огнем. И я вижу, как слезы горести, которые текли у него, они обращаются в слезы радости. Я вижу, как он начинает сильно ликовать. Он встает с кресла в своем кабинете и прямо возле стола начинает сильно-сильно танцевать. Сестра в золотом платье говорит моей жене, подойди к нему. Я вижу прямо в духе, как моя жена Олечка подходит к нему и крепко-крепко его обнимает. И по мере того, как она его обнимает, я вижу, как он начинает танцевать еще сильнее. Она его прямо не может удержать. Он подхватывает ее за руки и начинает танцевать вместе с ней. Тибет Джошуа мне говорит, пророчествуй на него, Ашемехарам, повторяй за мной. Во имя Ишуа, царя и Господа славы, я провозглашаю мудрость Бога Отца в Сыне Ишуа на разум Владимира Александровича Зеленского. Ашемехама Карамекерекекеах. Я провозглашаю успех от Бога Отца в его жизнь. Я провозглашаю, что все то, что Бог задумал сделать через него, оно да состоится во имя Ишуа. Амен. Я вижу, как наша благословенная сестра в золотом платье также подходит и начинает танцевать вместе с моей женой Олечкой и с Владимиром Александровичем Зеленским они танцуют. Я вижу, как они необычный танец танцуют. И по мере того, как они танцуют, я вижу, как они поднимаются прямо из этого кабинета к небесам. Тибет Джошуа мне говорит, смотри внимательно, что сейчас будет происходить. Ищи Михара Мэрэмбереки Ридыхара. Я вижу, как их окружают целые сотни, даже, может, больше, тысячи ангелов. Я вижу, на этих ангелах прямо горит сильный огонь. И они все образуют большой круг между танцующими людьми и начинают танцевать вместе с ними. И я вижу, как с неба появляется очень сильно большая рука. Тебе Джошуа говорит, это рука Отца. И я вижу, как корона, которая была на голове Владимира Александровича Зеленского, она сильно шаталась, она вот-вот должна была упасть. И эта рука крепко поправила эту корону, этот Веремерисандри Кирикеях. И вижу, как прямо сильно насадила прямо на его голову. И я вижу, что эта корона уже не шатается. И слышу прямо голос, который с неба говорит. Украина устоит, ибо она дочь моя.
И я благословлю этого человека и дам ему дослужить на престоле Украины в моей милости. Эшаха. Амен. Видение прекратилось. Будьте благословенны, будем ожидать дальше. Аминь.